Всем привет! Сегодня мы проводим краш-тесты всяких интересных инструментов. Вот Герда у нас, например, есть, но мы его сегодня не будем Герду показывать. Сегодня у нас более интересная игрушка. Вот, Томаш, показывай. О! Па-пам! Это для аварийного вскрытия. Я бы этот инструмент предлагал бы пожарникам, врачам, которым больного надо спасать. Приехали, он закрылся и не открывает. Ну и аварийщикам. Смысл этого инструмента, что нам нужно будет поломать вот это кольцо посередине и сломать броненакладку и вскрыть замок. Ну, так как наш канал такой практичный, а не информационный, мы сразу начнем с практики. Говорил Карл Маркс: сухая теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. Томаш, садись на кресло, чтобы тебе было хорошо видно. А, и вам тоже. Видно? Я побачу. Побачишь? Добре. Так, ну берем единичку. Ну и что? Пробуем. Ой. Ой. Ой-ой-ой. О, очка. Окуляри. Окуляри придатны. Прибор. Ага. Надо, наверное, ее повернуть. Я дело в том, что первый раз это делаю. Мы все твои первый раз делаем. Оба-на. Ура! Вот. Посмотрите. Это так, это ручка, да. Это на земле. Так, ну, вот. В принципе, вот мы уже имеем доступ к сердцевине, и мы уже можем, по идее, выдрой уже ее открывать. Но в предыдущем видео мы рассказывали, как открывать выдрой, поэтому мы не будем пока рисковать. Або как свой не открывать. Да, теперь у нас вот такой есть инструмент, который будем ломать непосредственно саму броненакладку. Кум, единственное, тебе придется мне помочь держать эту штуку с этой стороны, потому что она может защитить. У меня щиток там есть. Да, я знаю. Так, что это было? Что это было? Ее надо до конца доломать. Из позорки получить. Ее надо это вытащить, это кольцо, понимаешь? Так, ну, не знаю. Ага, во, понял. Да, все. Все, понял. Я думал, что она не помещается. Угу. Не помещается? Чуть-чуть. Мне надо как-то доломать. Вот эти. Ага, во. Все, я понял. Ну, когда первый раз, то не. О, есть. Да, есть. Внутри. Конечно, на китайских дверях это работать не будет. Потому что скорее китайские двери пополам так. Не, откроются двери, так будешь ломать, и двери на тебя упадут, короче. О, хорошо трещит. Кольцо растягивает. Сухай, там это первый раз. Кольцо быстро сломалось, да? Да. Хватит, наверное. Хватит. Да, возьму. Давай, я может и... Ну, не спокойно, надо, это... Да. Так, я не знаю, так надо быть молоток, чтобы ты держал. Да, держишь? Да.
Ай, капиталь стал. Ай-яй-яй, молот. Сквозь молотка довшу, молодочка. Так, подожди. Ну, видишь, ломается сам. И этот, подожди, что ж мог сюда подойти, что-то сюда подложить. Под низ. Под низ, видишь, оно получается. Сразу. Ну вот. Нет, по-моему, на дверце не прямо ничего. Скажу, что ж подойти, я ошибаюсь. Подожди, я стол ломаю, наверное. Да, у тебя стул. Ага, то есть на себя, да? Угу. Надо-то, конечно, сил, ну... Сила. А, отпусти. Все. Ну, это хороший этот, как его... называют. Ну, сама... Это стенд очень хороший, он немножко не дверь, потому что здесь, ну, вообще нету этого люфта. Сережа, в этом месте я бы это раскрутил. А, так оно там затянуто. А, ты между что да. Мы внутри ломаем. Я думал, угу. Не, надо все-таки этот тест проводить на более каком-то качественном. О, я знаю, где мы его доделаем. Где? У кума в этом, как его. Ну да. Что, поэтому нет смысла. Короче, все. Короче, друзья. А папочек, подожди. Не, это я... Чуть-чуть оно все равно... Не, мы поломаем ну этот. Да. Как... Смотри, мы сейчас переместимся в мастерскую, место. Где можно будет закрепить... И там мы, короче, продолжим. Потому что оно не ломается с того, что у нас... Да еще жалко. Стол там тоже можно деревянное. Ну, у тебя так он хоть... Там можно киски же тебе там закрутить. Да. А тебя тебе встанет в киски? Да. Ну, а тут же оно на... Там, конечно, разгорди яхты прибрать. Только такое дело. Спокойно. Только тесто. И как это ну, выпадает? Ну, покажи, что там у нас. Ну, давай, Маша, уже дальше пойдем, пока уже скажет, что уже шну. Ну ладно, не поломали, чем можно вытянуть эту хрень-то, правильно? Ломать уже будем, не получается в таких условиях ломать. Буду мою сердцевину. Хорошо, включим. Идет. Да. Не будем тут, так как вор не смог сломать так как его сердцевину. И пошел ломать замок. Опс. Ну, не знаю. Я тоже не знаю. После коле. Сейчас какая-то китайская сердцевина. Говорит, нафига вы абусы вы испытываете? Вы не можете эту открыть. Ну не, ну так класс. А я еще не знаю. Идет. Слушай. Это не коле? Это не коле. Это итальянский империал. Как бы империал, то хотелось бы от рекламы. Да. У нас тоже, да. Ну не, ну смотри, ну. Сережа. Ура! Ура! Что там у нас? Видно есть. Ура! Здесь открылся. Но нам надо сломать эту штуку. Да. Все.
Поехали. Пока-пока. Пока, едем. Видишь, я доработал ее. Тут не было пружины. В этой, как его. И когда нет пружины, она болтается. А когда есть пружина в выдре, то она работает. Вот, и саморез. Саморез будет, я думаю, работать. Я слушаю, думаю, что, что хорошо. Идея тоже то. С шайбочкой? Шайба. Да, шайбы, это мы тогда словно ломали этих саморезов, то да. Поэтому ну, шайбу обязательно. Чтобы было больше, больше места, площадь было вытягивания. Ну, вот и шайба даже деформировалась, а саморезу ничего. А если бы она за саморез тянула, саморез... она бы вот так шляпочку, да. Ну вот. Да. И вот саморез, видите, может готов к повторному выкористанию, как у нас скажут. Ну, да. Ну, добро. Жалко. Все. Такой хороший замок сломали. Империал. Привет. Вторая часть. Вторая часть. Часть. А можно так отключить, чтобы было удобно прикручивать. Да, уже все. Я не знаю, надо еще Славика позвать, чтобы Славик сел на стол. Посмотри ты, как это. Ну, добро. Бачим тебе крепкий стол сварил, чи не? Да, шик. Подожди, что-то оно болтается. Не, оно так не сломается. Нет. Сломается, сломается. Ты его вверх вниз надо треба. Тут аж вся поворотная часть. Подожди, оно неплотно стоит. Видишь, вот эта чашка должна, по идее. Ну, сейчас... так не стоит туда плотно. Так вот. Вся оно фишка получается... в том-то, что оно. Сейчас. Вся фишка в том, что оно. Давай вот так попробуем теперь наоборот поставить. Вверх-вниз. О, чтобы оно вот. А, да. Да, вот да, так да. Вот было придавлено. Да, так что, друзья, не все так просто, как в кино, да? За 2 секунды. Бачу, оно выскакивает. А что оно выскакивает? А то, что оно... Сердцевина аж ходит. Болты крепкие. Не китайские? Не. Не мягкие. Ну, то це треба піввечора дергать. Це може на силуміновую куцю рассчитано. Та не, это не то, что на силуміновую рассчитано. Ну, не, как его... называют. Дверь хорошая. Равно что тут жена его в соседи. Я думаю, что здесь сломался. Оно и тут их уже стянуло все. Не, ну правильно. Это хороший стенд. Да еще дальше попробую засунуть. Ну, это вообще оно из-за того, что Коля сделал такой этот, как его, стенд такой, что само по себе стенд таких дверей не бывает, априори. Никто не делает, да. У нас получается запас прочности немножко больше, чем. Чем надо. Ну, тем, как его туркам покажем, как мы ломали, да? Да. Скажем, ну что? Как вы говорили так? Раз, два,
Ты сломал. Их можно лучше отчасти. Следующий может быть. Они стандартные. У них накладки. Ну, диаметр это стандартный внутри. Да, но там вот чтобы наутиком зацепилось за него, то не стандартно. Ну да, спокойно. Ну, спокойно. Мать. Обычно еще право-лево. Прямо. Нет, 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 то это нет. Не знаю, может что-то надо подкладывать. Можно, но вы бачите, уже будут катаются болты, а оно все не вылетело. Ну. Ну це типу, щоб ти отогнув і потім ножовкою болти перепіляв. Я поняв. Не, ну хороші болти. Ні, обычно ті болти, вони б лопають самі по собі, ну їх тільки стукнув би. Ти Сережа? Послушай, на хирурга. Она ще трубка дач душом. Так оно не из-за этого. У меня силы-то хватает. Ну. Оно и некуда дальше. Сгинается уже. Ну, пружинит, понимаешь? Да. Оно не лопает. Еще раз скручу. Там оно не схватится. Я уже понял, куда оно стоит, вот где мы кольцо сломали, и туда вот эти вот кончики влазят. Вот мы кольцо сломали, там надо было оттуда, наверное, все повытаскивать. Так я думаю. Может быть там осталось вот это. Как его. Нет, там вот этот ободок у нас. Остался. Ну. И мы, получается, видишь, я цепляем. Мы не за броненакладку, мы вот в этот ободок попадаем. Ну вот этот, нет, который так крутит. Так оно и має в ту каналку статус. Вот этими губками. Для чего они сделаны? Они должны. Ты точно в них попал. Ну, вот тут так надо, вот. А может, да? А я туда пихаю. Ну, вот так надо, вот. Жим. А я до конца пихаю, вот я неправильно делаю. Да, надо вот так, на самый край. Оно має в той ободу, в дырочку. Да, там, да, вот, да, да. Чуть-чуть да, замок, да. Потом туда залезть. Да. Сейчас у меня такая броненакладка, что я тоже якось не мог эти просверлить ее. Все. Ура! Уф! Ну все, мы, короче, поняли, что у нас не ломалось. Смотри, Томаш, я эту железяку пхал да, сюда, знаю. И она да. Просто тут гуляла в так. Этом ободке. А ее надо чуть-чуть, вот только за краешек цепляла. Понял? И тогда она сломается быстро. Быстро. Видишь? Ну и хорошо. Ну инструкцию ей тоже не дает. Помнишь, я тебе скидывал, говорит? О, здесь, говорит, без 100 грамм или без инструкции никак. Нет, не разберемся. Никогда. Попробуем разобраться без инструкции. Пойдемте разбираться без инструкции. Да. Все, друзья, всем пока. Это у нас Bloomberg. Что осталось? Вот лопнутые болты. Вот они лопнули. То есть мы просто изначально неправильно инструмент заводили. Так. Как знаешь, как говорят импрессии, вы неправильно заводите фольгу. Вот мы неправильно завели фольгу. Ну да. Ну все, еще раз всем пока. Пока.